Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу вам рассказать о четырех удивительных книжках автора японского Томоко Накашими Томоко Накамичи. Они теперь переведены на английский язык. Раньше они были доступны только на японском. Это книги по конструированию именно японскому. И здесь вложена японская система. Давайте я вам буду показывать и рассказывать. Это четыре тома. Соответственно, в этих томах собраны самые интересные модели, которые представлены данной японской школой. Первый том, это я взяла про stretch fabric, а именно здесь рассказано про конструирование из высокорастяжимых материалов, а точнее трикотажных полотен, таких как джерси. Смотрите, здесь много моделей, и поскольку здесь материал имеет разную растяжимость, показано, как ее определять, посмотреть, насколько она влияет. И вот такая вот концепция, носите это неправильно, wear it wrong. Соответственно, показаны очень интересные образы, которые из достаточно простых и базовых силуэтов, но смотрятся совершенно по-другому. Вообще, как вся японская мода, здесь есть основа в чем-то от оригами, но за счет мягкости и пластики ткани, естественно, она смотрится по-другому. Вот смотрите, как вшитые перчатки, все здесь это представлено. Или вот такие оригинальные футболки, топы, которые создают совершенно просто бомбический объем, который даже вот не предскажешь, смотря просто на изделие. Как это сделано, как это отмоделировано, очень все подробно рассказывается и показывается. Даны детальные фотографии, то есть как смотрится изделие, как смотрится на фигуре. Это две совершенно разные вещи. В случае с японским кроем, смотрите, какая прелесть и как она интересно потом воплощается на фигуре. Подробно, детально рассказано, с фотографиями конкретными, детальными, где вы можете подсмотреть. И вот здесь уже дано конструирование, то есть мы имеем базовую выкройку и с ней начинаем работать. Как видите, книжка на английском, но здесь не так много текста, поэтому, в принципе, по чертежам, по крою очень можно легко разобраться, что они имели в виду в моделировании, что конкретно нужно сделать. И вот как сделать футболку, как сделать брюки, да, как сделать вот такие оригинальные вещи. Здесь все подробно расписано. Это именно что касается stretch fabric. Что касается трехтомника, соответственно, Pattern Magic, первый том. Здесь представлено тоже видеообзор. В каждой книге сделан на что-то определенный акцент. В первой книге сделан больше акцент на, соответственно, геометрию формы, на ее восприятие, такое в чем-то кубизм, в чем-то оригами. Очень оригинальные моменты слияния получаются, как это все вот переносится и на изделия. Чем хорошо, можно использовать в своей работе, не обязательно прям точно брать эти изделия, да, но какие-то элементы могут быть использованы для создания, в принципе, очень носибельных вещей, которые могут использоваться, вот смотрите, для прекрасных платьев и воротников очень оригинальных. Здесь есть очень детальные описания, как это делать и что для этого нужно, как отмоделировать. Это первая книга. Во второй книге тоже продолжается разбор аналогичной техники. Это один автор, просто все не влезло в одну книгу, они решили не делать такой толстенный талмуд, а разбили на несколько этапов. Здесь вот описание, и вот смотрите, какие интересные вещи у них получаются, как реагирует цвет, форма, что для этого нужно. Есть какие-то модели, конечно, они будут не очень носибельные, да, не очень обычные, а есть, которые будут оригинально смотреться. Но вот именно в этой книге больше собраны оригинальные модели, скорее подходящие для подиума, для показов, слегка экстравагантные. Но сами техники того, как это оформлено, могут быть использованы и в других моделях. Вот смотрите.
тоже вот бантики, разнообразные завязки, оформление горловин. Все здесь это присутствует. И вот очень оригинальные оформления горловин, на мой взгляд, могут быть использованы и в повседневной жизни. Только нужно, конечно же, разобраться с кроем для того, чтобы это правильно собрать. И третий том. Здесь тоже показаны разнообразные модели. Так, вот здесь вначале есть такой визуальный гайд, потому что просто по названию не всегда можно определить, а что же там конкретно у нас будет. Поэтому, посмотрев на фотографии изделия, можно понять, о чем пойдет речь и как такие эффекты можно создавать. Вот смотрите. Очень оригинальные, интересные вещи, притом все сшито в макетах, то есть это не просто типа давайте отмоделируем вот так вот, они это создавали, они это моделировали и представляли, как это смотрится. Так что три тома и дополнение в виде высокорастяжимых полотен, а именно трикотажа. Рекомендую для тех, кто увлекается японским кроем, для тех, кто хочет обогатить свою коллекцию, обогатить свои способы моделирования и конструирования. Вот такая подборка книжек. Они есть у нас все в магазине, их можно приобрести. Ссылочку оставлю под этим видео.